10 апреля состоится всемирная акция «Тотальный диктант». В столице региона для участников будут действовать две основные площадки – в корпусе номер 1 ЧГУ и Национальной библиотеке. Также «Тотальный диктант» напишут в Шоршовской школе и гимназии номер 6 в Новочебоксарске. Для участия нужно будет зарегистрироваться на одну из предложенных площадок. Начало диктанта в 14:00. Те, кому не удастся выбраться к месту, смогут проверить знания онлайн по интернет-трансляциям. Результаты проверки обещают опубликовать на сайте «Тотального диктанта» через 2 недели после акции.